Всем здорова, друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу «Редкие медали», часть 8. Начнем мы с боя, который произошел на карте Тундра на танке Кромвель. Игрок вместе с союзниками забрался сюда на горку, и встретили они тут М41 Бульдог. Кромвель сразу же его обходит и начинает его разбирать в бочину. Еще отлично по нему пострелял Леопард с помощью своего пулеметика, но, к сожалению, его убили. Потом Кромвель решил пострелять по АМХ-50-100, который засветился снизу. Француз отвлекся, и можно спокойно по нему пострелять, что Кромвель и делает. И удалось, в принципе, не так уж и плохо подамажить АМХ-а. Но потом он все-таки начал уже уезжать, когда расстрелял свой барабан, и уже, к сожалению, добрать его не удалось. Еще одна уязвимая, невнимательная цель – это Тигр, который повернул свою башню, отвлекся на кого-то, и, естественно, наш герой этим пользуется, разбирает его, Тигр мажет, а это значит, что можно еще два раза по нему выстрелить. Перезарядка у Тигра, конечно, очень быстрая, тем не менее он стреляет куда попало, мажет, и за это он поплатился и отправился в ангар. Увидел наш герой, что ИС-3 тоже отвлекся на союзников, и можно его атаковать. Кромвель решает действовать очень так агрессивно, сразу же набрасывается на ИС-3, начинает расстреливать его в наглую прямо в лоб, и потом поджимается сбоку к нему и уничтожает его. В общем, ИС-3 даже, наверное, такого не ожидал наглого британца. Потом Кромвель, опять же не сбавляя обороты, едет на Пантеру и начинает ее разбирать, не останавливается, прижимается сбоку к ней и уничтожает ее. В общем-то, очень даже бодро и весело получилось. Через некоторое время приезжает сюда 44-ка, она опять же отвлеклась на зелененького, и Кромвель пользуется этим и уничтожает 44-ку. Далее Кромвель вернулся снова на гору и засветил тут королевского тигра. Удалось его один раз в борт пробить, но потом все-таки КТ уезжает и, к сожалению, добрать его не удалось. Все-таки у него довольно бронированные борта, как оказалось. Ну и потом Кромвель едет сбивать захват и засвечивает как раз этого тигра и уничтожает его в борт башни. Далее, сделав несколько кругов, Кромвель снова возвращается сбивать захват. На этот раз сюда приехал Т-29. Кромвель выцеливает его через вагон, через маленькую щелочку, и начинает Т-29 разбирать с помощью своего великолепного ДПМа. Т-29 не попадает, и это дает возможность нашему герою разбирать его. В общем, очень удачная позиция. Т-29 ничего сделать не может, удалось его поставить на гусю и просто разобрать. Очередной захватчик приехал на базу, и удалось захват снова в очередной раз сбить. И потом Кромвель отъезжает, арта, видимо, слилась по Т-34, и она уничтожает его. Давайте посмотрим на результат этого боя. Медальки «Воин», основной калибр, защитник и медаль «Оськина». Как раз из-за нее игрок и попал в эту рубрику. И, в принципе, очень даже интересный и бодрый бой получился. Надеюсь, он вам понравился. Следующий бой произошел на карте Вестфилд. Игрок на Т-21 первым занял кусты. И засветил он тут вражеского светляка АМХ-12Т. Тот до кустов добраться так и не смог. Потом Т-21 подъезжает чуть ближе и занимает следующие кусты. Отсюда он светит противников, которые стоят рядом. Сразу же они начинают получать оплеухи от союзников. И в целом очень даже хорошая позиция. Удалось тут подразобрать противников. Отличный, в общем, грамотный пассивный подсвет. И Т-21 серьезно помог своей команде уже в самом начале боя. Потом выезжает тут Т-54Е1, и его заманчивая башня все-таки приманила светляка, и он решил пострелять в бочину, и самое смешное, что даже не засветился.
Потом Т-21 поехал сбивать захват. И начинает он расстреливать тут Т-29, но, к сожалению, пробить его с такого расстояния не так-то и просто. Тем не менее, все-таки Т-21 старается это сделать и понемногу покоцывает тут противников и уничтожает одного из них. Потом наша ЛТшка решает забрать АМХ-50-100, и он отлично присылает ему снаряд в бочину. Далее Т-21 начинает дамажить АМХ-1390. Видимо, вражеский светляк на перезарядке, и можно его разбирать, пока есть время. Но тут прилетает снаряд в бочину от ИС-3. К счастью, хотя бы альфа вылетела не очень большая. Тут еще стреляет по нашему светляку Т-32, но всего лишь сбивает ему гусуду без дамага. И Т-21 сразу же, конечно, чинится. Потом Т-21 пытается разобрать тут ИС-3, крутит его, расстреливает в борт и в корму и забирает вражеского тяжа. Но еще три противника, Т-32 и две арты. И вот как раз удалось засветить тут ГВ-пантеру. Она не видит нашего светляка, потому что у него хорошая маскировка, ну и обзор тоже отличный. И удается ГВ-пантеру уничтожить. Далее Т-21 совершает тут небольшой крюк и засвечивает 32-ку, которая, видимо, поехала в то место, где последний раз был светляк, но он уже совершенно в другом месте, расстреливает Т-32 в бочину и уничтожает его. Осталось найти последнюю арту, и вот она как раз засвечивается. Т-21 начинает напихивать ей в корму, она уезжает и прячется за рельефом местности. К сожалению, добрать ее не удалось. Но игрок не растерялся, объехал он арту сзади снизу и прислал ей снаряд в борт. Давайте посмотрим на результат этого боя. Медаль Орлика получил игрок, а также воина и разведчика. 3503 урона игрок нанес и уничтожил 7 танков. В общем-то, получился добротный и интересный бой, который было приятно смотреть. Следующий бой тоже произошел на карте Вестфилд, но на этот раз на танке Объект 140. Игрок наткнулся тут в городе на вражеского светляка АМХ-1390 и начинает он его разбирать. Француз ничего сделать не может, потому что пробития ему не хватает. Но все-таки один раз он пробил нашего героя, но потом все-таки удалось светляка устранить. Потом объект 140 замечает тут хороший прострел по вражеским тяжам, которые тоже поехали в город. И можно безопасно по ним тут немного пострелять. Но потом объекта 140 все-таки тут засветили, и он пошел в атаку на вражеский тяжелый немецкий танк. И начинает он его крутить и отлично разбирать. Е-100 еле вертит своей башней и ничего сделать толком не может, потому что не хватает ему подвижности угнаться за Юркой и Стэшкой. Объект 140 мог получить сейчас в бочину, но увернулся и Е-100 промазал. Ну и конечно, пока у него долгая перезарядка, удается этого мамонта завалить. В общем-то, объект 140 тут хорошенько постарался и почти без потерь уничтожил Е-100. Далее он тут замечает еще одного Е-100, которого уже союзники раздамажили, и он добирает себе этот фраг в копилку. Далее он видит тут ИС-4, и это тоже очень уязвимая цель, так как ИС-4 стоит бортом, и объект 140 начинает его дамажить. И тут выезжает еще более жирная жертва, ФОШ-155. Светит он тут своими картонными бортами, и объект его начинает понемногу разбирать в бочину. Тут ФОШа гуслят, и можно теперь его еще и дамажить в НЛД, спокойно пробивать без проблем. Отправляется француз в ангар. Далее объект 140 едет сбивать базу и засвечивает он тут бочетильона. Сбивать захват, конечно, нужно, но француза оставлять позади себя ни в коем случае нельзя.
и объект 140 ввязывается с ним в перестрелку. Он начинает с ним сближаться, чтобы как-то вытанковать снаряды своей башни, которая имеет хорошее бронирование. Бачат начинает уезжать, и он довольно серьезно покоцал нашего героя. И добрать его не удалось. Все-таки очень шустрый и опасный танк. Но объект 140 все-таки успевает и сбивает он захват. При этом он стреляет довольно удачно, поджигает вражеского объекта 140. Но добрать его, к сожалению, поджогом не удалось, но зато добрал его союзник. Далее игрок снова встречает этого бачата. Он его дамажит и прячется он в эту ямку. Бачат не решается сюда ехать. Объект 140 высовывается и забирает француза, но при этом ХП нашего героя остается совсем мало. Потом СТ-шка засвечивает тут арту, дамажит ее, и вражеский бачат уезжает вниз. Конечно, нужно арту тут подсветить и вместе с союзником ее уничтожить. И удается бачата отправить в ангар. Далее засвечивается тут объект 261. Игрок, недолго думая, выскакивает и забирает вторую арту. Ну и дальше засвечивается Т-92. Он отвлекся на объекта 140, союзника Т-92 его минусует, но наш герой забирает Т-92 и побеждает. Итак, вот результат этого боя. 9387 дамага игрок нанес и уничтожил 8 танков, 3 из них арты, за что игроку дали редкую медальку Паскучи. Очень такая хорошая медалька. Ну и, в принципе, на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если да, то не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал, если вы тут первый раз. Желаю вам удачи и всего наилучшего. До скорых встреч. Пока.